И к новостям в регионе. В области обсудили реализацию проекта в сфере предпринимательства. В ходе совещания были рассмотрены вопросы исполнения комплексного плана мероприятий по социально-экономическому развитию региона на 2021-2025 года. В настоящее время между акиматом города Актау и предпринимателем заключен меморандум. В рамках подписанного соглашения в Актау началось строительство коммунального рынка и автовокзала. В центре будут предоставлены торговые места для местных сельхозпроизводителей, а также автостоянка для транспортных средств, обслуживающих междугородние и пригородные маршруты. Запланированные проекты, представляющие социально-экономическую важность для региона, должны быть введены в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками. От их реализации зависит ситуация на рынке труда, а также ценовая политика на продовольственном рынке. В целом, статистические данные свидетельствуют о росте числа предпринимателей. Это говорит о том, что население стало больше вовлекаться в бизнес, больше людей стали узнавать об инструментах, которые предлагаются государством в качестве поддержки предпринимателям.